Сегодня, 19 сентября, на территории республики с 8 утра работает 187 избирательных участков. Дополнительно открыт избирательный участок в красной зоне ковид-госпиталя, где уже проголосовали 35 человек. По предварительным данным избиркома Тувы, на 11 часов 19 сентября всего в Туве проголосовало более 98 тысяч избирателей. Сегодня, как вы знаете, у нас заключительный день трехдневного голосования нашего 19 сентября. Вот, все УИКи у нас открылись, в красной зоне открылся УИК, так что все в штатном режиме. Явка избирателей на 10 часов составила 63,26%, что на выборах депутатов Государственной Думы, что на выборах высшего должностного лица нашей республики. По итогам второго дня голосования по явке избирателей лидирует Сутхольский Кажун. Центр общественного наблюдения продолжает работу. Заявлений о нарушениях и требований о просмотре видеоматериалов не поступало. Принята одна жалоба от КПРФ. Несколько минут назад поступила одна жалоба от Коммунистической партии Российской Федерации. Мы сейчас ее будем рассматривать и, само собой, заявителю ответим в определенные законом сроки. Завтра будем подводить итоги. Сегодня, как вы знаете, 8 часов вечера, еще раз напоминаю, что в 8 часов вечера закрываются все наши участковые комиссии. Будем подводить итоги, разбирать какие-то ошибки, какие-то недочеты, потому что есть замечания. Вот, будем их устранять, будем в будущем применять. Сегодня до 16 часов члены комиссии могут приехать к вам для голосования на дому. Для этого необходимо позвонить в свой избирательный участок. Голосование продолжится до 8 часов вечера. Айдана Хаулы, Владимир Сюртук, Мирана Иргит, Тува-24.